Луковица лилии восточной мадлен добавит свежести в любую цветочную композицию. Главная особенность этого сорта – крупные, до 20 см в диаметре, цветы оригинальной расцветки. Их лепестки белые, с ярким малиновым крапом, более темным и крупным к центру и светлым к кайме. Период цветения наступает во второй половине лета. Лилия мадлен отлично подходит для среза. Бутоны распускаются на длинных, до 120 см, прочных стеблях, а затем долго хранятся и не увядают при транспортировке. Цветы можно выращивать в открытом грунте, при минимальном уходе, поливе, внесении удобрений, укрытии на зиму, куст может оставаться на одном месте до 5 лет. Лилия восточная мадлен – это многолетнее растение. Лилия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Цветок окрашен в крупный, очень эффектный, белый темно-розовым частым крапом, от середины лепестков к кончикам светло-малиновый маски цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 20 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.